Здравствуйте, уважаемые зрители! Скоро Новый год, мы будем украшать елки, и сегодня хочу предложить связать вот такие елочные игрушки. Принцип очень прост. Это а-ля такие шарики, немножко плоские, вот. Но они очень оригинально смотрятся, вот, особенно если их украсить бусинами. Двусторонние такие вот шарики, вяжутся очень просто. Надо просто связать кружок крючком и соединить два кружка вместе. И получится такая вот игрушка. Чтобы связать такую елочную игрушку, мне понадобятся нитки двух цветов, крючок, ножнички, бусины для того, чтобы затем украсить такую елочную игрушку, и два спонжика. Мне нужно связать два кружка, чтобы потом их соединить и сделать такое подобие елочной игрушки, подобие шарика. Набираю 4 петли воздушные, соединяю их в круг и затем через центр провязываю 8 столбиков без накида. Соединяю в круг. Вот так. Теперь перехожу на вязание по спирали. Буду ввязывать за заднюю стенку столбика без накида. В следующем ряду в каждый столбик провязываю 2 столбика. У меня крючок номер 2,5. Нитка, хлопок с какой-то вискозой, такой вот блестящий. Принцип вязания такого круга есть на канале, там, где я вязала на елочку. Вот там я подробно показываю, как я делаю этот круг. В принципе, можно делать по любой схеме, которую вы найдете. Это не секрет, как вывязывается круг. Можно делать с петлями подъема. Я делаю по спирали. Тут все по вашему желанию. Так как вы привыкли, как умеете, так и вяжете. Это в данном случае это не принципиально. Это не шапка, не берет. Это просто такое небольшое украшения. В принципе, это даже могут делать дети. Если взять большой крючок, большой номер, толстые ниточки и научить ребенка вязать обычные столбики, он с удовольствием свяжет вам такие кружочки. Показать принцип, так же, как все мы учились вязать когда-то. Вот, в общем, вяжем кружок приблизительно вот такого диаметра, это где-то сантиметров 6-7. Я связала круг необходимого мне диаметра. Наверное, достаточно. И второй кружок. Вот. Точно по тому же принципу. Диаметр двух кругов должен совпадать. Теперь эти два круга я буду соединять, провязывая через край столбиками без накида. Вот так соединяю. Оба круга. Частично обвязала. Соединила два круга. Вот теперь мне понадобятся два спонжа. Я их кладу внутрь, чтобы добавить объема. Я кладу два, можно положить больше. Таким образом, у меня эта елочная игрушка получается более такая объемная. В
принципе, можно делать такую игрушку, оставляя только один вот этот вот кружок, сделать ему петельку и каким-то образом украсить. Но я решила, что так будет интереснее. Вот, значит, положила сюда спонжи и продолжаю обвязывать. Соединяю уже последние петельки. В принципе, вот так на этом можно и закончить. Здесь связать петельку вот такую. И уже готова такая елочная игрушка. Я хочу обвязать по краю. Тут вот у меня просто обвязано. Я сейчас еще обвяжу, чтобы тут были маленькие зубчики. По всей окружности. Как я их буду делать? Значит, принцип следующий. Две воздушные петли. Столбик без накида. Две воздушные петли. Столбик без накида. И получается у меня по краю вот такой зубчатый краешек. Таким образом делаю до конца ряда. Так, две воздушные. Столбик. Образовываются вот такие маленькие зубчики. Все, последний столбик. Вот получился такой вариант. С этой стороны видно лучше какие-то такие вот зубчики с краю. Теперь делаю петельку. Вяжу из воздушных петель. 15-16 петелек. Соединяю. Для того, чтобы эту елочную игрушку повесить на елку или еще куда-нибудь. Для того, чтобы создавать веселое новогоднее настроение. Все елочные игрушки созданы для того, чтобы нас радовать, веселить. Вот. Принципу и будем следовать. Все готово, петелька готова, нитку сейчас я спрячу. Все просто, через центр вот так и сюда внутрь спрячу. И обрежу лишнее. Вот еще одна елочная игрушка готова. Осталось только ее украсить. Сейчас буду украшать эту и вот эту, которая у меня была связана ранее. У меня есть вот такой пистолет клеевой, либо можно ниточками пришить. Но я буду делать вот так. Беру в данном случае пуговицу, либо бусину, и приклеиваю. Чем удобны такие пуговицы, они с хвостиком, и они хорошо сюда вот так вот приклеиваются. Здесь оформлю вот такими прозрачными бусинами. Вот так я наклеила в произвольном порядке. Вот такие оригинальные елочные игрушки можно сделать очень быстро, используя остатки ниток, какие-то ненужные бусинки, пуговички. Будет очень оригинально. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания.